Добро пожаловать на канал Just Fun. Помни, что здесь ты найдешь самые интересные истории со всего мира. Так что подписывайся, если ты еще не с нами, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. А теперь перейдем к видео. Дожив до определенного возраста, некоторые люди впадают в депрессию, и им начинает казаться, что они только мешают остальным жить. Они чувствуют себя одиноко и никому не нужными. Кажется, именно это случилось с пожилым героем нашей сегодняшней истории. Молодая девушка Рэйчел стала известной в интернете благодаря необычному поведению со своим престарелым дедушкой, пребывавшим в депрессии. Девушка попыталась сделать его день более веселым и расшевелить пожилого человека. Ее сила убеждения была так велика, что дед не смог сопротивляться, и уже через несколько минут он был абсолютно счастлив, танцуя со своей внучкой. Улыбка ни на секунду не покидала его лицо. Это был великий момент, который дедушка и его внучка никогда не забудут. Несомненно, сила духа этого пожилого мужчины невероятна. Его движения и жесты были так забавны, что не могли не впечатлить его внучку, которая в этот момент, несомненно, тоже была счастлива. Рэйчел пережила чудесные мгновения со своим дедушкой, и это несколько разнообразило обычный распорядок их жизни, когда девушке приходилось убирать комнату, кормить мужчину и выводить его на прогулку. Но ничто не может сравниться с этим моментом, когда оба они радовались от происходящего. Это учит нас, что возраст не может быть помехой. Этот 93-летний мужчина продемонстрировал нам такую жажду жизни, которую сложно и представить. Рэйчел же показала нам, что нельзя покидать наших пожилых родственников, и важно всегда пытаться сделать их счастливыми, ведь это делает счастливее и нас. На этом сегодня все. Если тебе понравилось это видео, делись им со своими друзьями и близкими. А если где-то рядом бабушка или дедушка, обязательно обрати на них внимание. Поговори, обними, сыграйте вместе в какую-нибудь игру. Ведь главное, чего они сейчас хотят, это внимание близких. Пока.